Санкции. И что с того? Путину удалось возвести монетарную и фискальную твердыню. .пл, Польша. Марчинкач Газета .пл, Польша. 23 сентября 2019 года. С 2014 года, как напоминает журналист канала CNN Сэмфосум, сам Фосум, Россия довела размер своих валютных резервов до уровня в полтриллиона долларов заняв по этому показателю четвертое место в мире. Она также выплатила внешний долг, девальвировала рубль, что позволило ей сохранить конкурентоспособность экспорта, и снизила роль доллара в своих международных сделках, благодаря чему получила возможность меньше пользоваться американской финансовой системой и сбалансировать свой бюджет. Неплохой результат для страны который наказывает всевозможными санкциями практически весь западный мир. Сбалансировать бюджет россиянам удалось, в частности, благодаря повышению эффективности добычи нефти и газа. Сейчас экспорт углеводородов остается для Москвы выгодным даже при цене в 40-50 долларов за баррель нефти. Обсуждая деятельность «Газпрома» и других российских компаний, многие продолжают ошибочно повторять, что введение ограничений на экспортные поставки голубого топлива может стать для россиян болезненным ударом. Это не так. Из каждого доллара, который они получают от продажи нефти и газа, на первую приходится 80 центов. Сэм Фосум говорит, что Путину удалось возвести монетарную и фискальную твердыню, идеальную конструкцию для страны которая переживает кризис или ведет споры со всеми вокруг и находится под действием санкций. Российский президент сделал это при помощи талантливых технократов, таких, как, например, как председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, которую британский журнал Банкер не случайно назвал в 2017 году лучшим руководителем Центрального банка в Европе. И о заслугах, которые ранее писал Фарбс. Основным принципом российской политики периода кризиса обострения отношений с Западом стало осознанное торможение. Оно сводится к принципу ⁇ мы меньше инвестируем, медленнее развиваемся, меньше потребляем ⁇ но продолжаем наращивать резервы, благодаря чему можем придерживаться агрессивного политического курса. Так это видит эксперт аналитического центра Атлантического совета Андерс Аслунд. Андерс Аслунд специализирующийся на изучении российской экономической политики. В пользу того, что Россия избрала именно такую стратегию, говорят цифры, темп роста ее ВВП с 2014 года составляет 1-2%. Реальная заработная плата россиян практически не меняется, а долг российских потребителей за это время увеличился почти вдвое. У такой политики есть минусы на первый взгляд кажется, что Путин, избрав такой курс, добивается всех своих целей и ловко обыгрывает Запад. Однако, это не совсем так. Как говорит сотрудник университета Тавца Кристофер Миллер, через ТПР Миллер. Стратегия экономической крепости пока работает, но в долгосрочной перспективе она себя не оправдает, поскольку Россия проиграет в забеге на длинную дистанцию государством, которые развиваются быстрее. Также возрастает риск того, что россияне в конце концов поднимут бунт. Они могут вынести многое, но не все, как показывают хотя бы массовые протесты, вспыхнувшие этим летом в Москве. Комментарии читателей. ТГ-64. Статья. заказанная каким-то филиалом ФСБ в Европе. Не пишите ерунды о том, как Россия прекрасно совсем справляется. Взгляните на абсолютные цифры. Они выглядят для российской экономики неутешительно. Сила России только в том, что у нее есть ядерный арсенал. А советский люд вынесет что угодно. Смурф Мадрала. Санкции. Только видимость. Путина везде приглашают. С Россией активно торгует Германия. Бывший немецкий канцлер работает в Газпроме, Турция покупает у россиян вооружение. Тем временем российский президент захватывает очередные территории и держит в лагерях журналистов и оппозиционных деятелей по ЛАКПУЛ. Санкции должны быть направлены против простых россиян, потому что те голосуют за Путина. Ты подчеркивание Ф. Россия, одна из немногих стран мира, которая в период самого сильного экономического подъема за последние 50 лет не сдвинулась с места по ВВП на душу населения. Что будет если придет кризис? Продукция американского печатного станка не поможет. Если ОТР-99, достаточно отъехать на 100 километров от Москвы, чтобы увидеть, как обстоят дела в России. Понять, что это не 1960 или 1970-е годы. Можно только по автомобилям. Бирч н 11. С каждым годом Россия все сильнее отстает от крупнейших мировых экономик. А когда мировое экологическое движение заставит увеличить долю возобновляемой энергии и количество автомобилей слеж кораблей слеж самолетов с гибридными слеж электрическими слеж водородными двигателями у нее возникнут серьезные проблемы. Куб 161048, нравится вам это или нет? Но я напомню всем русофобам, что Россия была и будет одной из сильнейших стран мира. Это не значит, что я одобряю политику, которую она проводит. Нужно только помнить, что у сильного больше возможностей. Помаранч зерны санкции, на самом деле, сильно ударили по Польше, а Россия получила возможность укрепиться и восстановить экономику. Благодаря отсутствию конкуренции она смогла начать продавать товары более низкого качества. Менданти, Россия просто получила в наследство от СССР научно-исследовательский промышленный потенциал, который позволяет производить все, что угодно. Если американцы введут эмбарго на поставки продукции компании Intel и IBM, россияне перейдут на свои Эльбрусы. ГПС они у себя отключили сами потому что у них есть система Галилея, когда вашингтонские прохвосты их подпевало хотели отключить Россию от международной банковской системы. Россияне за несколько месяцев сделали свою, у них есть целая таблица Менделеева, так что от ресурсов их не отрежешь, кроме того, они сами производят высококлассное оружие всех видов. Американским бандитам с ней не справиться. Алаведа, Путин создал твердыню. И никто не спорит, что он сильный харизматичный лидер. Вопрос только, что будет после него. История показывает, что страны, в которых не сформировалось гражданское общество и стабильная правовая система, после смерти вождя разваливаются, как карточный домик. Путин наверняка выберет в соответствии с пожеланиями реальных властителей России своего преемника. Но будет ли тот способен соответствовать всем их требованиям? Г.Р. Подчеркиванию подчеркиваний, Путин не смог бы удержаться у власти без помощи Германии, а в особенности политической группы поддержки в лице работающих на «Газпром» бывших канцлеров. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.